Здравствуйте, гости дорогие! Вы на канале «Рецепты бабушки Эммы». Добро пожаловать! Меня зовут Леня. Сегодня мы готовим простой морковный салат с зеленым луком. Прежде всего, приготовим заправку для салата. В миску кладем 250 граммов майонеза. Добавляем 2 чайных ложки соли, 1 чайную ложку черного молотого перца и 15 граммов семян кунжута. Перемешиваем. Друзья, приглашаю всех, кто еще не подписан на наш канал, сделать это. А также не забывайте нажимать на колокольчик возле кнопки «Подписаться», для того, чтобы получать информацию о всех наших новых видео. Ставим соус в сторону. 100 граммов зеленого лука чистим, моем и нарезаем мелкими кольцами. Кладем лук в миску. Друзья, хочу пригласить вас отдохнуть у нас в циммерах «Избушка». Циммеры «Избушка» – это очень уютные деревянные домики. Циммеры «Избушка» расположились на севере Израиля, на голландских высотах, в окружении горных рек, озер и водопадов. Наш сад – особая гордость. Его создавала бабушка Эмма, моя мама. Можно с полной ответственностью сказать, что второго такого красивого сада в Израиле нет. Ссылка на сайт и телефон для заказов в описании. Сайт называется izbushka.co.il, а номер моего телефона 052-666-3131. Звоните и заказывайте. Мы гостям всегда рады. 1 килограмм моркови чистим, моем и шинкуем на тонкой шинковке или натираем на крупной терке. Добавляем к луку. Друзья, напоминаю, купить книгу «Любимые торты бабушки Эммы» можно только на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Магазин». Доставка почтой по всему миру. Заправляем морковку с луком, приготовленным соусом. Хорошо перемешиваем. Выкладываем в салатник и подаем к столу. Мы очень любим простые овощные салаты. Салаты из моркови очень вкусные и полезные, и их легко готовить. На нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Салаты» вы найдете много рецептов салатов из моркови. Вдохновения вам, удачи и приятного аппетита!